Добрый день. Старшина охват городской гайд. Здравствуйте, я слушаю вас. Новый поворот со второго ряда. Все правильно? А? Все правильно. Можно документы? Зачем? Посмотреть. У вас... Давайте ваши документы, я посмотрю. Московский турпаспор. Московский советский лев правый поворот тоже выберет. Сидулся Бакамбаева, Кулатова и Люченти. Старшина милиции Акматов. Очень приятно. Документ на машине имеется? Конечно, имеется. Можно? Зачем? Для проверки. Проверка осуществляется на стационарных постах. Вы в курсе? Здесь пеший патруль. Все понятно. Ну, в пешем патруле вы не имеете права просто так проверять документы, останавливать машину. Я вам нарушение сказал? Да, я считаю, что это не нарушение. Вы хотите составить протокол? Я вам что-то про протокол говорю? Нет, ну я документы вам передам. Подождите, послушайте, я передам вам документы в случае того, что если вы составите протокол. Нет, я для проверки прошу. Нет, для проверки я вам не передам, а для составления протокола, да, передам. Я поверну со второго ряда, да, я знаю. Я считаю, что можно поворачивать. Там знак висит. Какой знак? Ну вы сходите посмотреть, я вам не буду рассказывать. Движение по полосе? А? Движение по ну, полосам? Ну да, 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 да. Хорошо, документы передам. Вы составите протокол? А? Вы протокол составите? Нет. Тогда не буду передавать. А? Я не буду есть, передавать. Есть? У меня есть, да. Зачем вы заставляете людей вторым? А зачем вы заставляете вторым рядом парковаться-то? Зачем заставляете вторым рядом парковаться? Вот троллейбус проехать не может. Это проедет туда, вон туда, встань на парковку. Сейчас я подойду с протоколом, хорошо? Хорошо, быстрее давай. Смотрим, где тут есть место парковки. На остановке останавливаться нельзя. Здесь все занято. Тут заезд. Места нигде нету. Мне налево надо. Слева, может быть, есть место.